И последние необычные посетители появились на одном из пляжей калифорнийского озера Тахо. К многочисленным отдыхающим присоединились медведицы с медвежатами. Причем не люди на животных, не те на курортников особого внимания не обращали. Звери плескались в воде, спасаясь от жары, а люди плавали рядом. Искупавшись, косолапое семейство, как и положено, расположилось на песочке. Видео попало в интернет и стремительно набирает популярность.